Привет, мои дорогие! Вы видите уже, что я хочу вам показать, чем хочу похвастаться, чему я безмерно рада. У меня есть еще покупки, но, скажем так, на фоне этих менее значимые. Это редкость для меня, редкость, что мне это вообще попалось, и поэтому я хочу поделиться этим с вами, а остальные я уже сниму видео попозже, когда у меня будет время. Декабрь очень насыщенный выдался. Сейчас у нас на следующей неделе, уже в пятницу, у Марьяши день рождения. Мы к нему готовимся, в общем, договариваемся с аниматором, который будет показывать шоу мыльных пузырей. Заказывала ей торт, ездила, покупала всякие украшения, вот, чтобы квартиру украсить и ресторан, зал ресторана. Но это вы все увидите своими глазами, я с вами поделюсь своей радостью такой. А сейчас вот такая радость. Девочки, представляете, мне попался винифт. Наконец-таки, мне здесь вообще не попадалось ни разу. И тут вот привалила такая удача. Я говорю самой рот душой, хоть завязочки пришей. В общем, вот такая вот красота, девчонки. Вот такой браслет. И к нему серьги. Меня, конечно, очень огорчает, что нет кольца, потому что я любительница колец. Но браслеты, сережки я тоже люблю, так что нормально, сойдет. Так, следующий комплект. Их комплект. Их два. Вы представляете, девчонки? Вот такое колье в форме бабочки. И, девочки, здесь вот такой зимний узор. Я постараюсь показать, навести резкость по мере сил. Пыталась снять со вспышкой. Со вспышкой вообще ужасно, отвратительно отсвечивает. И я специально внизу постелила свой платок из панбархата, чтобы как-то на контрасте было лучше видно. Вот такое колье. Ну, это, конечно, мельхиор. Вот такие к нему серьги. Девочки, там такая работа. Это просто что-то невероятное. Мастерам вот дал Господь руки, да, талантливые, безумно. Это как надо уметь рисовать. И вот такой браслет тоже из этой же серии. Вот. Вот так. Там отсвечивает как луна, но это нет, это от лампочки сверху. Это просто такое снежное. В общем, девочки, я, честно говоря, первый раз встречаю зимний узор в финифте. Вот, если кто-то знает что-то, расскажите, поделитесь, мне так интересно. Я так посмотрела в интернете, но что-то похожее именно на мой комплект, рисунок такой хотя бы, близко я не нашла. Цветочных, конечно, очень много, разных. Похожих очень много. Ну, мне и до этого как бы встречались, когда я смотрела и облизывалась. А вот такая красота впервые. Не знаю, возможно, их много, просто мне как-то не попадалось. Вот так, девчонки, вот этим я хотела с вами поделиться, своим таким хвастом. Прям первый раз у меня вот такая вот удача. Ну, на финифте я имею в виду. Ну, в принципе, все, девочки. Заканчиваю. Всем вам огромный привет. Ирина, вы извините, что я вам в почту не ответила. Времени реально нету. Я все собиралась, вот отвечу потом, и как-то вот пролетела. Я вас услышала. Спасибо еще раз огромное за вашу помощь, за ваши советы. Я их очень ценю. Я прислушиваюсь к ним. Огромное спасибо, что вы не оставляете без внимания мои просьбы о помощи. Вот, девочки, всем еще раз огромный-огромный привет. Все, берегите себя и своих близких. Всем пока.